Этот волк выбил у меня канистру. Телефон. Взял канистру, сказать, ага, ей ему нравится. Гляньте, какая у нас погодка. То есть идет снежок. Вот это мой песик. Он засыпал, сип. То есть на деревах покажу. Лежит. Снег мирный, тихий, хороший, такий рясненький. Бегает, играется канистрочкой. Я вот что, чем бурмили. Малыш, дед, хочу залей куда. Идешь машину заправлять? Ну давай, заправ мне форда, давай. Игрушку нашел. Это, у него, він в свободному вигулі, ночью вольерный, ну, открытый, видите, и на той, как всего, от его любимое место, это на охране, на входе. Вы подивіться на лапи его, подивіться на это. Вот такая у нас погода. Сегодня, наверное, целый день будет дождь. Да. Хоккеист. Пішов машину заправлять. Ну давай, пора. Забор він напів забора, гляньте. Здорове, чудо моє мале. Ну ще не годував, хоч уже это самое. Хотів перевести на одноразовий піс. Та ні, ну який там він хоче їсти. Здоровий собака. Малиш! Да, йому зараз не до чого. Яке шерстик, все. Ладно, всім хорошого дня. Карасвєтка, ви подивіться, я не можу, не? Да. Красавчик. Ну все, добро. Всем хорошего дня еще раз. Футболист, блядь. Яшин, не Яшин, а этот Харламов, кто там. Добро.